Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.